Что-то стучит, кто-то стучит, идем. Так, готовься, на каждом развороте может быть призрак. Вот он, доктор. А что это было? Пыль на нас посыпал какой-то. Так, третий этаж. Как ни прискорбно это признавать, но пора туда идти. Может, сейчас его не будет, он даст нам походить по этажу. Ой, блядь, твою мать, напугал, мразь. Тебе там не было. Так, 212-я вроде нам нужна. Там есть и компас, и зеркало. А, подожди, у нас компас и зеркало есть, нам их не нужно искать. Ты слышал его? Я что-то вообще никого не слышал, было тихо. Обидно, просто обидно. Так аккуратно шли. Я видела в подвале плачущую девочку. Кем она была? То есть нам больше раскроется история. Она жила в отеле со своей семьей, которая хер пойми где пропадала, когда девочка бухала и летела с лестницы. Кому принадлежала эта шляпа шеф-повара? Шеф, кто еще носит шляпу шеф-повара? Слышь, ты чё? Блядь, дикий какой. Он был моим. Принадлежал моему отцу. В нем все еще было несколько патронов. Серьезно? И сейчас есть? А что мы его с собой таскаем просто так? Почему тут играет теперь все время радио? Мы же тогда не услышим, что здесь Джимми ходит. Выходи сюда. Сейчас он тебя отшлепает. Джимми, неси колотушку, мужик. У нас ни одного ключа. Ты чё, падла? Пошли. Ты еще и закрываешь двери? Как он тебе мог отомстить? Арбалет? Вот все настолько плохо. Утречка, ты на канале Ганте Геймс, где мы с тобой играем в разные игры и продолжаем от Dead of Night. Остановились на том, что отец расхерачил все приставки Джимми. И теперь нам нужно искать арбалет, который, видимо, выстрелит в отца. Начинаем. Я уже слышу какие-то стуки. Так, ну это походу не Джимми. Стрёмно о чём-то говорить вообще. Он далеко. Он далеко. Он показывает прямо. Через кладовку. Блин, вдруг он там. Слушай, внимательно его слушай. Я также слышу стук. Ой-ой-ой. Ой, как громко. Ой-ой-ой. Как громко. Как неприятно. Нет, нет. Это что-то было неприятное. Очень громкий звук. И звук, и скрип. Все очень как-то неприятно. Так, все стукнул. Но это точно не... Залезь, залезь обратно. Обратно, залазь. Не оглядывайся. Ага, вот он пришел. Он так громко это сказал. О, как сейчас хорошо. Слышно щелчки какие-то. Просто на каком основании он должен нас вообще вытащить из
шкафа. Как мы должны вылезти? Прям вот в этот момент, когда он ходит, только тогда он нас... Он, походу, здесь. Красный не меняется. Блин, дай пройти. Так, ну он точно тут сидит. Все, это вообще без вариантов. Надо только бежать теперь четко к двери. Надо бежать и не оглядываться. Ладно, погнали, 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 погнали. Я жму, жму как могу. Не дай бог он тут стоит. Никого не вижу. Сюда, походу. Он был там. Я слышал, он зашел. А тут темно. Твою мать, что делать? Не сюда, походу. А куда? И почему-то это красным до сих пор светится. Ага, вот он пошел. Слышу. Топот. Блин, мы не сюда пришли. Он не идет. Он не идет. Но красным светится, я даже... Я не рискну выйти. Сука, светится красным. А позову его сюда, все, он нас сразу схватит. Что делать? Ладно, давай посмотрим, куда нам надо. Чтоб если мы бежали, мы хотя бы понимали, куда конкретно нам бежать от него. 215. А мы в каком? А, это вот этот вот. Вон он. А я пробежал его. Это компас. Компас меня обманул. Нет ему доверия. О! Пока как раз смотрели, ушел он отсюда. Ну и хорошо. Я вроде бы услышал его.215, вот нам сюда. Так. А на каком основании мы должны увидеть... Ага. Джемми! Но он только делает, что его имя кричит постоянно. Вот так, стрела в ноге. Так, давай поговорим. Is it Harvey? Это Харви? Yes. Да. Я видела вас со стрелой в ноге. Что случилось? Джимми установил ловушку так, что когда я открыл дверь, в меня попала стрела. Мне пришлось поехать в отделение неотложной помощи, наложить швы и сделать прививки от столбняка. Когда я вернулся, я не мог его найти. Роу сказала, что он прятался в подвале. Это навело меня на мысль. Интересно. Навело тебя на мысль. А мы у тебя все спрашивали? А, вот это не спрашивали. Для чего использовалась эта катушка с проволокой? Джимми носил его с собой. Понятия не имею, зачем. Кому принадлежало обручальное кольцо? Вероятно, принадлежит Роуз. Так, теперь нам нужно понять. Это навело меня на мысль, что он в подвале. Что тебя могло навести на мысль, что он в подвале? Прощальная записка, вряд ли. Навело тебя на мысль. Чтобы пристрелить его? Такая у тебя мысль. Двери от старой котельной. Котельная, наверное, в подвале. Может, тут это? Так больше ничего не подходит, как будто. Когда вы сказали, что Джимми спрятался в подвале, имеет ли это связь с этими ржавыми ключами? Что ж, если Джимми хотел спрятаться там, я подумал, что ему должно быть там... Должно быть, там нравится. Так, это что? Это чё? Я не понимаю, что это за место. ЛГ. Но что это было, я... Не совсем сообразил.
Какую-то дверь он закрыл. Так, теперь нам нужно к лифту. Но пока мы его будем слушать. К лифту, в принципе, мы можем пробежать очень быстро. Если не отхватим им битой. Звать его нет смысла. Мы его не закроем. Я его не слышу. А, вот тут мы успеем в лифт. Успеем в лифт. Все, у меня идет сцена. Ты меня тронуть не можешь. Едем вниз. Поехали. Все отлично. Прям хорошо прошли. Без нареканий. Было бы хорошо, если бы все вот эти привидения были на цокольном и подвале. Мы бы так быстро всю игру прошли, так было бы хорошо и спокойно. Так, у нас есть ключи. А вот этот не подойдет? Ну, по идее, нет. Она же есть, вот эта старая котельная. Мало ли. Вряд ли. Нет. Конечно, нет. А, вот это? Так, тут ничего. Туда нельзя. Так. Ага. Ты можешь остаться здесь на ночь, Джимми. С меня достаточно. Значит, ты его запер тут на ночь. Ох. Добром это не кончится точно. Ну, в принципе, раз он призрак, это и так понятно. Ой, я не то нажал. Is anyone there? Здесь кто-нибудь есть? Is someone there? Кто-то здесь есть? Хер ты молчишь. Мне сюда зайти надо. Is someone there? Кто-то здесь есть? Ты чё? Мне отсюда с тобой разговаривать? Is someone there? Кто-то здесь есть? В лифт зайти с тобой разговаривать? Тут-то мы... Там точно... Не, а в лифте нельзя. В лифте нельзя, я помню. В лифте ничего не доступно. Подожди. Это что за прикол? Тут с тобой надо разговаривать. Кто здесь? Ответь. Здесь. Hello? Не, это парашка какая-то. Куда он делся? Ну точно же тут был. Я что-то не догоняю. Тут никуда пройти нельзя. Он тут разговаривает с нами не хочет. Куда мне ехать? На первый? Да что тебе хватит? Нет, поедем на цокольный. Я что-то не совсем понимаю, где мне с ним разговаривать. Я весь подвал обошел. Он был у лифта. Ушел в лифт. Is someone there? Кто-то здесь есть? Здравствуйте. О! А, что ты тут забыл? Is it Harvey? Это Харви? Yeah, it's Harvey. Да, это Харви. Я видела, как вы закрыли Джимми в подвале. Что произошло? Я хотел использовать оружие Джимми против него. А, использовать оружие Джимми против него же. Я думал, что там внизу он никому не навредит. Я ошибался. Вот, и наверное... Он... сжег. Там же котельная.
Это логично. Вы сказали, что зря думали, что Джимми никому не причинит вреда в подвале. Связано ли это с тем, что вы сказали о пожаре в отеле? Никто не понимал, как далеко зайдет Джимми, чтобы привлечь внимание. Все, погорели. Так, это что? Это опять котельную нам показывают. Опять котельную. Снова вниз. Снова надо вниз. Даже уже не показывают ЛГ. Типа, ты должен был и так понять, что туда нужно. Ну, поехали. Вот, можно я так буду между этажами вот этими бегать? Джимми, не будь дураком, открой дверь. Ты же погибнешь, идиот. Открой дверь. Любопытно. А теперь мы будем с ним прямо здесь разговаривать. Is it Harvey? Это Харви. Я слышу вас. Это значит, это Харви? Нет. Is it Harvey? Это Харви. Я слышу вас. Ну я рад. Ты не можешь мне нормально ответить. Сюда подойти надо. Is it Harvey? Это Харви. Yeah, it's Harvey. Да, это Харви. Я видел огонь в подвале. Что случилось в отеле? Нам удалось сдержать огонь до того, как он вышел из-под контроля. Но все наши старые фотографии, письма и все остальное были там. Все сгорело. Джимми вышел из-под контроля. Мне это надоело. Я хотел, чтобы он ушел. Так, ну... Чтобы он ушел. Тут сейчас... Но мы не находили... Вот этот, знаешь... Платочек на палке с вещами, с которым обычно уходит. На палке на длинный такой платочек, горошек. А чё? А чё выбрать-то? Чтобы он уж... Ты его убить захотел? Точно, убить захотел. Когда вы сказали, что хотели бы, чтобы Джимми исчез, связано ли это с тем, что вы сказали о пистолете? Я был потерян. Все будто бы стало красным. Я ненавидел его. Я не контролировал себя. Я очень удивился, что это действительно оказалось так. Так, второй этаж нам показали. Ну, поехали на второй этаж. Особо тянуть не будем. Второй. Ёбаный, ах ты ж мразь, ох, ты, это ненормально, сучара, это что сейчас было, это какого хера, мы вышли из лифта, блять. Ну хоть на первом этаже. Это вообще, это не прикольно. Я только хотел тебе сказать, типа, ну, сейчас слушать будем его, ага. Напугал меня, скотина. Сколько можно? Мы почти прошли игру, хватит уже. Пошли на второй этаж. Это даже из лифта небезопасно теперь выходить. Это я его в лифте должен слушать, получается. Хорошо, раз такие дела.
просто думал, что, что этот холл — это безопасная зона. Так. Идем. Сюда показывает. Вот сюда, в 219-ю. Скажите, что я угадал. Или нужно было на коридоре смотреть? Блин, там свет моргал. Наверное, в коридоре надо было смотреть. Но его не слышно сейчас. Я не хочу пугаться опять. Не хочу. Мне не нравится. Я что-то слышал. Я... Это он. Все. Теперь понятно. Хорошо. Так, он прошел. И обратно пошел. Он же больше не вернется? Я надеюсь. Ходит, я слышу. И непонятно, далеко он или нет. Это самое плохое. А еще непонятно, куда нам идти. Так, все, он, наверное, ушел. Твою мать. Ну это ладно. Убирайся из отеля, Джимми. Убирайся. Из моего отеля. Это мой отель. Убирайся из моего отеля, Джимми. Вот, наверное, разговаривать тут с тобой надо. Это Харви. Я вас слышу. А это значит не тут с тобой разговаривать. Нормально, в комнате хоть поговорим. Там спокойнее. Это Харви. Да, это Харви. Супер. Я видела вас с пистолетом. Вы репетировали. Что вы собирались сделать? Это была репетиция? Я не знаю, что я собирался делать. Пригрозить ему, вывести из отеля. Проблема была в том, что я не ожидал, что он тоже будет вооружен. Так. И чем он мог быть вооружен? О, у нас какой-то ключ есть. От кладовки. Ну, спасибо. Так, вооружен. Арбалет, кинжал. Наверное, кинжал. Когда вы сказали, что не ожидали, что Джимми будет тоже вооружен, это как-то связано с тем, что вы сказали о кинжале? Это был даже не кинжал, но я так и не усвоил урок. Джимми всегда был на шаг впереди меня. Хорошо, в точку попадаем. Так, это кинжал. Это какой-то номер. А какой этаж? Давай смотреть в зеркало. Они не сказали, какой этаж. Нет просто смысла ходить непонятно по какому этажу. Просто лишний раз будем встречаться с Джимми. Оно... Нам не нужно. Г? Я вообще это место не узнал. Вообще не узнал. Нам теперь нужно дойти до лифта. Самое плохое, что нужно бежать к лифту. Так, ну давай пытаться. Ну, попытались обратно. Будем считать, что попытка засчитана. О,
Мы же тут не пола... Он же у нас опять все забрал. Давай посмотрим, может тут ключи какие-то есть. А я слышу, он ходит. О, 204. Ой, как ты близко, как ты очень близко ходишь. Очень. И это очень неприятно. А... Мне интересно, если... Вот он нас засек, грубо говоря. И мы будем прям бежать, бежать, бежать. Он не даст, наверное, там так убежать от него. Но он ходит. Мы... Я не знаю, как теперь пройти. Он не замолкает. А вот сейчас вроде бы замолк. Или нет? Пусть будет да. Можешь щуриться, чтобы так страшно не было. Оф, жуть какая. Так, на... Считай, что почти пробежали. Поехали. Ой, какой кошмар. Какой... Это вот очень нагнетает. Когда ты его ждешь... Когда ты его ждешь вот за каждым углом буквально. А еще хуже, когда он за тобой. Нельзя просто так взять и пробежать спокойно по коридору. Убирайся из моего отеля. Это мой отель. Кому он кричит? Так. Слышу что-то про Джимми. А, то есть мы еще куда-то должны пойти? Джимми. Он кричит. Джимми. Сюда. А, то есть там нам не надо с ним было разговаривать? А видео. Опа. Опа. Вот так поворот. Это Харви? Да, я Харви. Я видела вас с ножевым ранением за кулисами. Что случилось? Джимми подкрался ко мне сзади, я его не видел. В итоге Джимми всегда побеждал. Мы теперь узнали, как погиб отец. Это снова сцена? Снова сцена. И я это помню, это третий этаж. Закуток и сцена. А при чем здесь сцена? Опять на сцену надо будет посмотреть? Нет. Теперь нам нужно на треть. А это не кладовка? Может быть, это кладовка и есть? Ну, как вариант. Может быть, это сработало. Пойдем, значит, на третий этаж. Благо, он маленький. Далеко там не убежишь. Но и он там, скорее всего, не даст нам нормально пройти. Ну, вот сейчас проверим. Но эта комната, она очень близко к лифту. Я не буду так выходить. Все. Смелый выход закончился. Сюда. Быстро забегай сюда. Так, и кого мы тут должны найти?
Тут же нет никого. И ничего. Не понял. В чем прикол? Сюда? Опа. Интересно. Не покупай ничего без моего разрешения. Я не позволю тебе разрушить мою жизнь. Твоя жизнь ничего не значит. Ты понимаешь, о чем я тебе говорю? Красиво, но непонятно. Кто это говорил, тоже не поймешь. Мы можем с кем-то поговорить? Так, а... Тут разговаривать вряд ли можно. Да, тут нельзя разговаривать. И что? Ну, так же никого нет. И так никто не появляется. Давай посмотрим в зеркало. Ну что, я ничего не увидел. Возможно, это мать Джимми. Вот второй этаж. А как понять было, что это второй этаж? То, что вниз опускались мы... В этом видении. Так это можно было и до первого так спуститься. Тут очень сильно шумит ветер. То есть, ну это сложность, видимо, да? Шумит ветер, ты не слышишь шаги. Я его не слышу. Если сейчас получим по лицу, значит получим по лицу. Щурься, зажмурься, не смотри. Готовься. На каждом повороте. Это может быть в любой момент. Чтобы было не так страшно, щурься вообще при каждом действии. Только это, наверное, поможет. И то не факт. Так, теперь опять его слушаем. Я только свое дыхание слышу. Блин, мне теперь стрёмно выходить из лифта. А вот походу нам туда. Очень нехорошо. Сделаны звуки. Очень нехорошо сделаны звуки. Я бегу, и как будто за мной еще кто-то бежит. О, тут можно смотреть в... Можно музыку потише, я не слышу вообще ничего. Готовься, он тут. Стопудово тут. Нет. О, это было жутко. А куда нам бежать-то? Я что-то не пойму. Я круг пробежал. Что это такое за место? Кладовка? Ну, подбери ключи. Нельзя. Я не пойму, куда нам бежать. Поехали отсюда вниз. Что за прикол? Поехали на Г. Ну его. Это очень странно. Мы пробежали по всему этажу. Абсолютно по всему. Просто прошли круг, и его нет.
Он нас нигде не встретил, но уже так запугал, что невозможно ходить. Давай я еще раз посмотрю в зеркало, потому что просто цифры 2 мне не хватает. Но это я понял. Это женщина. Если вы мне сейчас опять покажете 2, это не смешно. Больше мне нужно, больше подсказок, больше. Я на кой хер смотрю в это зеркало? Компас вообще не помогает. Абсолютно. Ни одного мерцающего света я не увидел. Он мне показывает непонятно куда. Ну или я глупый, не понимаю, куда он показывает. Если сразу понял, можешь мне об этом в комментариях написать, но я не понимаю. И от этого еще страшнее. То, что приходится ходить в неизвестности. Блин, и не скажешь, что типа я тебя не боюсь. Сыкотно. Очень сыкотно. О! Ну и что это? Может быть сюда? В эту кладовку? Нет, не в эту кладовку. Тут ничего нет. А зачем свет моргал? Так, может быть, подождать надо? Не бежать? Может быть, нужно с лестницы второго этажа посмотреть на это место и что-то прояснится? Давай попробуем так. С лестницы. А если не получится, тогда с коридора, с того, который чуть подальше. Так, ну давай пробовать. Хотя, мне кажется, все-таки, наверное, с коридора. А, это первый этаж. Нет! О, он закрыт. Слава богу, нам не сюда, все равно. Нам на второй. Ну. Я прям смотрю на это место. Ладно. Значит, не отсюда. Значит, все-таки с коридора. А я, видимо, поторопился из-за того, что... Мы быстро так весь этаж прошли. А надо было постоять, и заморгал бы свет. Тогда, значит, можно было бы что-то увидеть. Давай попробуем. Просто до этого нам давали какие-то адекватные подсказки после каждого разговора с призраком. Тут сейчас не дают ничего. Так еще и зеркало показывает просто этаж. Никакого намека ни на что. Лифт, второй этаж. Вроде бы тихо. Ну моргает он, зашибись, а ничего не происходит. Вот так сейчас развернусь, работай. Ты должен работать. Да чё не так? Чё не так? Может, поговорить надо? Ну, не с кем разговаривать. Куда мне смотреть? Я не понимаю. С какого ракурса? На кой хер моргает лампочка? Вот так она не моргает. Так, компас показывает сюда.
крутится. Я кручусь вместе с ним. Вижу, моргает свет. Давай, работай, работай. Я не понимаю, что ты хочешь от меня. Что не так? Мне какой-то ключ нужен или что? Показывает назад. Как будто сюда. Но я сюда пройти не могу. Если так смотрю, тоже ничего не происходит. И куда бежать? Может, что-то поломалось? Давай попробуем спуститься в подвал, а потом снова вверх. Я уж не знаю, что предположить. Это какое-то странное дело происходит. То есть мы с тобой посмотрели из одного ракурса, с лифта. И чуть поближе подошли. И... с лестницы посмотрели. И с другого ракурса посмотрели. Где мы только не смотрели на этот торшер. Моргает он только с одного ракурса, с лифта. Но не происходит абсолютно ничего. Абсолютно. Либо игра поломалась, либо это очень сложная загадка. Потому что я... все, что мне в голову пришло, я... уже перепробовал. Ну и... его как будто на этаже нету. То есть вот, моргает, и обычно все тухнет. Какой-то процесс происходит. Если подбегаю, ничего не происходит. Вот как мне нужно посмотреть еще? Все, ничего не происходит. Абсолютно. Тут тоже ничего не происходит. Ничего. Хоть я сколько раз повернусь, ничего не поменяется. Но нам точно сюда. Свет же моргает. Моргает. То есть вот стрелка нам показывает, куда сейчас. Прямо. Это что за прикол? Ну нет, ну это что? Ну здрасте. Нет, нет, это... это не серьезно. Подождите. Это что-то нехорошее. Я слышал, что кто-то... твою мать! От какого хрена? Он все-таки начал ходить. Может, и призрак появился? То есть, может, что-то тут залагало? Он ходит. Сейчас вот попробуем посмотреть снова на торшер, когда Джимми начал ходить. Если все будет зашибись, значит, мы нашли призрака. Если нет, то значит на вот такой ноте придется закончить. Подождем, пока он уйдет. И прям так хорошо скрипит, как будто действительно далеко ушел. И снова подходит. Такое чувство. Где-то кричит. Блин, я думал, что это призрак дверь открыл. Типа, ну вот, что-то произошло. Мы же прошли дальше. А он, видимо, откуда-то пришел. Хотя я думал, он, по сути, с нами на этаже перемещается. То есть мы на третьей, а он уже на третьем. Мы на первой, он уже на первом бегает. Он очень близко ходит. Почему он не уходит? Это же второй этаж, не третий. Почему так сложно?
Я не рискую выходить. А надо. Надо. Так. Раз. Два. Он как будто далеко. Он как будто далеко. Давай считаем до трех. Если его нет, то выходим. Раз. Два. Три. Я не слышу. Щурься. Как можно сильней. Так. Проход свободен. Смотрим. Работай, работай. Да, ура. И нет субтитров. Что-то она сказала, я ничего не понял. На слух это очень тяжело. Супер. Нам с тобой прям в коридоре разговаривать? Hello? Здравствуйте. Здравствуйте. Hello? Так, не тут. Я слышу вас. Чуть подальше. Вот здесь. Is someone there? Кто-то здесь есть? Не тут. Может быть, вот здесь с тобой разговаривать? Я слышал Джимми. Я слышал Джимми. Is someone there? Кто-то здесь есть? Здравствуйте. What's your name? Как вас зовут? Rose Hall. Это мой отель. Это говорил Харви. Так. Сейчас мы у тебя все поспрашиваем. Хотя это может затянуться надолго, потому что спрашивать тебе придется очень много. Главное, что мы нашли. Разговаривать будем тут. Поэтому, наверное, остановимся мы как раз на этом моменте. А потом начнем с ее интересных историй. Поэтому пока подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями. Спасибо за компанию. Всего хорошего.